щит был как-то связан с жизнью стража и со смертью. Назад пути нет.
Вынюхивает что-то, рыскает, точно вор. Возможно, здесь найдется что-то ценное. Что-то стряслось? Что происходит? Вот и награда за терпение.
Воздух здесь странно дрожит. Так бывает, когда йотуны пускают в ход свои мороки. Я сумею распорядиться этим лучше, чем слуги Хель. Святилище исцеляют тело. Это воин не из простых. Быть может, держит при себе что-то ценное? Нигде покоя нет.
Кто-то дернул волка за хвост. Уловок этой твари. Отвлекаем тупицу!
покоя нет. При дворе владыки воров рады всем, кто готов вести честную торговлю. Но разве станет вести честную торговлю владыка воров? Когда-то я был простым вором. Обчищал мертвецов, продавал их добро, дрался с другими ворами. Но теперь я тут хозяин. Мне доверяют все отбросы Нифльхейма. А значит, и ты можешь. Может, мы и поторгуем? Но доверия не жди. И пускай. Я друзей не ищу, только выгоды. Ну как, берешь что-нибудь? Что у тебя есть?
Эй, что такое? Ну уж нет. Стреляйте в эту сволочь! Что-то случилось? Зачем ходить в лавки, если моя сама придет к тебе? У тебя с собой целая лавка? Весьма недурно. Договориться можно с кем и с чем угодно. Даже с самой этой мрачной землей. Хочешь взглянуть на мой товар? Что ж, давай приступим к делу. Ищешь, что... Что ж, давай при...
умрешь, воздвигну памятник из твоих костей. Ты получила этот мир в дар. И лишишься его, если не отдашь мне Бальдра. Я получила бесплодный мир, приют лишенных чести и прочих неугодных. Но я дала им цель. Какую цель? Пребывание в вечной смерти? Нет. Жизнь, свободную от страха смерти. Тот, кто служит мне, будет рожден заново. Отведать вепря.